Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 21 ноября. По одному из календарей славяне отмечают Ведание, третье пречистое Матери Земли. По народному месяцу слову Михайлов день, Михайло Грязник. В этот день христианами отмечается праздник в честь почитаемых небесных бесплотных сил во главе с архистратигом Михаилом, чье имя в переводе с еврейского означает «кто как Бог». На Руси архангел Михаил почитался прежде всего как небесный воин. Также народ верил, что был он еще и покровителем русских воинов, помогал им сражаться с иноземцами, укреплял их мужество и боевой дух. Праздник этот отмечался повсеместно, широко, весело, хлебосольно. А почему бы не порадоваться, если хлеб уже убран, и его пока более чем достаточно? Деньги за часть проданного урожая еще не закончились, основные работы позади, а по деревням одна свадьба другую переигрывает. Да и погода в этот день, как правило, на редкость для конца ноября, теплой выдается. Недаром же в народе Михаил своими оттепелями знаменит. Считалось также, что человек, родившийся в этот день, наделен крепким здоровьем и всегда готов защищать слабых. А среди русского народа долгое время сохранялся обычай в этот день еще и батюшку дворового ублажать и задабривать. Иначе мог он обидеться и к своему давнему приятелю лешему в лес податься. А его место тут же нечистый занимал, в два счета пуская хозяйское добро по ветру. Поэтому рано утром до восхода солнца, когда еще вся деревня спала, выносили хозяйки к дверям хлева большую чашу с угощением и, ставя ее у порога, приговаривали: «Соседушка дворовой, не ходи со двора, не губи скотину, не кажи лукавому пути дороги». Дворовым называли в народе дух, который, в отличие от домового, не за домом, а за подворьем хозяйским присматривал, все свое внимание уделяя скотине. Говорят, что он неплохо ладил с козлами и собаками, а из остальных животных больше всего отмечал своим вниманием лошадей, но только тех, что мастью напоминали цвет хозяйских волос и бороды. Лошадей другой масти нужно было проводить во двор с опаскою и не иначе, как по овчинной шубе, разосланной в воротах. Но если и после этого не по нраву приходилось дворовому хозяйская сивка-бурка, лучше было от нее избавиться, потому что рано или поздно до смерти изводил ее сердитый суседка. А чтобы пришлись ко двору, то есть были приняты дворовым новорожденные телята и ягнята, их сразу после рождения подносили к устью печки. Считалось, что после этого они, пропитавшись духом родного дома, никогда не потеряются и станут для дворового своими, то есть домашними. На глаза людям дворовой никогда не показывался. Разве что сразу после Пасхи хозяин подворья мог упросить дворового выйти хоть на минутку для серьезного разговора. Для этого нужно было встать в дверях хлева с зажженной свечой и пасхальным яичком, поклониться и проговорить: «Дядя дворовой, приходи ко мне, не зелен, как дубравный лист, не синь, как речной вал, приходи таким, каков я, а я тебе Христово яичко дам». Говорят, после этого появлялся в дверях мужик, точная копия говорящего, и внимательно его просьбу выслушивал. Как правило, хороший хозяин всегда мог с дворовым договориться, а тот взамен лишь одного требовал, чтобы ни в сонной грязи, ни в пьяном виде, ни отцу, ни матери, ни попу, ни разбойнику не говорить о встрече и договоре, что заключен был. Если кто-то нарушал данное дворовому слово, он на подворье весь скот переводил, дом разорял, а обманщика порой доводил до самоубийства. Впрочем, человек серьезный и самостоятельный никогда бы не позволил себе данное слово нарушить, а хозяин, что сумел дворовому угодить,
жил в достатке и благополучии. И мороз его посевов не бил, и скотина у него не болела, и в амбарах его хлеб не переводился, а домочадцы в мире и согласии пребывали. В этот день примечали: на елях и соснах шишек мало, к мягкой зиме. Обилие желудей на дубе в теплой и снежной зиме. А если день не туманом, а инеем начнется, скорее всего, уже к вечеру повалит с неба ледяная крупица, затейница Пороша, кружась и подпрыгивая, пробежится по улицам и лягут на промерзшую землю большие сугробы снега, что, впрочем, совсем неплохо, ведь снежная зима всегда предвестницей хорошего урожая считалась. А еще говаривают: «Михайло с мостом путь по реке открывает. Михайло мосты мастит, Николе зимнему путь готовит». А по одному из календарей славяне отмечают Ведение, третье пречистое Матери Земли. В этот день ладуют душу. Приходит небесная мать Мокоша на святые капища, чтобы пообщаться с людьми, помочь разрешить личные проблемы. И потому наши предки вели общение с ведающими людьми, особенно с женщинами-ведуньями. Ведь именно через них говорит в этот день Мокоша с детьми своими земными. Человеческая душа – сложное творение Всевышнего Бога. Это его маленькая искорка, воплощенная в мире яви. Она проходит свою учебу, идет к совершенству. Не один раз она приходит на эту землю, чтобы огранить какие-то частицы своего неземного огня. Отец род познает себя через нее, и так творится вечное бытие. Волхвы в этот день помогали тем, кто нуждался в понимании себя, своего пути, кто искал свою пару или отрабатывал плохо выполненные уроки из прошлой жизни. Это большое таинство, когда волхв разговаривает с душой человека. Кому-то нужна была подсказка, кто-то спрашивал, верным ли путем идет. В этот день женщина прощает себе всю несправедливость, которую совершила. Хорошее время для общения с детьми, мужем, родителями. Выслушайте, не отрицая их мысли, станьте на их сторону и их глазами посмотрите на ту проблему, которую стремитесь решить. Найдите общий путь для себя, родных и близких. Нельзя поднимать шумиху, ссориться, особенно на кого-то давить. Поговорите по душам, ведь душевная беседа – это беседа душ, когда одна душа рассказывает себя другой душе. Всей семьей разожгите огонь вместе, который вы больше всего любите, где-то на природе. В знак почитания Мокоши в этот день разжигали костер и приносили в жертву платок, вышитое полотенце или просто отрез ткани, чтобы богиня послала в семью мир, добро и покой, научила каждого члена рода быть мудрым и рассудительным. Славяне, изучайте прошлое родов своих, мир вокруг себя, становитесь творцами своей жизни. Ведь праздный и ленивый никогда не придет к своей мечте, цели, тем самым помогая свершиться чужой мечте, цели, не всегда созидательный и полезный и для рода его, и для державы. Здравия, мудрости и радости вам! Братья-месяцы.